Всем привет! Очередной эксперимент с репитером. Есть у меня основная антенна на крыше и трансивер, с которого я буду изменяя мощность, передавать сигнал в сторону репитера. Репитер находится в 14 километрах от меня, на высоком здании. Вот. Передавать в сторону репитера буду на частоте 145.075, а репитер будет мой сигнал, мою речь возвращать обратно, но принимать я буду носимыми радиостанциями Yaesu VX6R и Retevis RA685. Принимать буду 145.675 МГц. Соответственно, сигнал от моей стационарной радиостанции на частоте 145.075, отстающий получается в 600 кГц, будет влиять на приемники вот этих двух радиостанций. Давайте проведем эксперимент. Начну я с 5 Вт и поднимать буду до 50. Посмотрим, на какой мощности какая радиостанция перестанет принимать. Вышел во двор. Сейчас размещу вот эти две радиостанции на том же месте, где проводил другие тесты. Ссылка на другие тесты будет в описании под видео. Давайте разместим и проведем наш эксперимент. Собственно, это тест. Здесь я 3 КДВ, проверяю радиостанцию. Сейчас на 5 Вт передаю в сторону репитера, добавляю мощность до 20 Вт. Добавил сейчас 20 Вт, 20 Вт, 20 Вт в сторону репитера. Ну и добавляю теперь до 50 Вт. Сейчас 30 Вт, 40 Вт, 40 Вт. И вот максимальная мощность 50 Вт в сторону репитера. Возвращаю назад мощность. 40 Вт, 40 Вт. Возвращаю 30 Вт, 30 Вт. И сейчас вот 10 Вт, 10 Вт, 10, 10 Вт. И минимальная мощность 5 Вт, 5 Вт на приеме. Давайте еще теперь просто одну радиостанцию оставлю, Retevis. ESC уберу, чтобы она не мешала. И посмотрим, как она одна отработает то же самое. Прекрасно справилась данная радиостанция с задачей, даже не ожидал. Кто что думает по этому поводу, оставляйте комментарии, полезные ссылки также разместил под видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока.